Почему, говорю, вы себя фиксируете, вы где находитесь в этот момент? Нет, ты не обращала внимания. Почему еще раз говорю, вот этот мир вам дает огромное количество возможностей всегда. В силу нашей зашоренности, в силу того, что женщина не позволяет себе внутри, а мужчина не хочет идти туда, потому что все решил, и кто-то на голову надел, что там нельзя, не получится, не можно, не нужно, и там все... Я не знаю, с космоса спустились, с Олимпа там откуда-то вышли, все святые там не кушают, не писают, не какают. Ну, в общем, как-то они так справляются со всем. Они уникальные, вылезли вперед ногами, и у них сразу все получилось. Поверьте, нет такого. Ни одного человека на Земле нет, который бы не обучался. Или огромное количество, которые не хотят обучаться. И тогда мы начинаем приспосабливаться. И тогда мы начинаем ковыряться в других, ища гадости, чтобы во мне никто гадость не увидел. Человек, чем-то занимающий, он просто делает градацию, он просто классификацию делает. Да, вот это мне надо, вот это мне да, вот это вот пускай побудет, а вот это вот не надо, спасибо. И тогда не будет у вас напряжения, вообще не будет. Мало ли кто что говорит, мало ли кто где выступает. Ну, представляете, вот одномоментно на этой земле 7 миллиардов, и они где-то кто-то копошится, что-то кто-то там лапками сметанку сбивает, какое-то имеет к вам отношение, понимаете? У вас есть своя задача, и нужно найти свое место, свое направление, и обязательно решить эту задачу, чтобы чем старше вы становились, тем меньше было у вас состояние тревоги, неудовлетворенности и напряжения. Понимаете, о чем разговор это? Как основа, еще раз. Вспоминайте, у нас...